Уже так и пишет. Всем привет. Он уже так и пишет. Он уже так и ждет. А я вам, ребята, не сказала. Всем привет, ребята. Мы играем снова с Кириллом. Если вы знаете, мы с ним играли в Радужные друзья уже. Ребята, пожалуйста, смотрите наши видео. Просмотры падают. Короче, так. Давайте страшный режим выберем. Короче, выберем. Так. Дикий Запад. Так, выбираем Дикий Запад. Режим Дикого Запада выбираем, ребята. Выберите этап. Так, первый этап, ребят, все. Первый этап выбираем. Так. И где ты? А, вот он ты. Ты, надеюсь... Ты за стеклом, Кирилл! Кирилл, ты за стеклом. Ладно, ладно. Сейчас я помню, где кнопочка была, ребята, у нас. У нас кнопочка... вот она. Сейчас. Оп. Ой. Так, оп, кнопочка. Вот. Что? Вот, ребята, все, мы снова с ним. Короче, ребята, мы на этом режиме просто запнулись. Я не знаю, где. Короче, вот тут, ребят, вообще ваша помощь нужна. Не понял. А как туда попасть-то? Эй, как? Да блин, ты как туда попал? Как ты туда попал, читер? А, ой, помогите. 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 Да, сейчас напишу. Сейчас, подожди-ка, напишу. Там есть кнопка. Там есть кнопка. Чтобы знать. Если там нет, то я туда, разумеется, не полезу. Вот как он забирается, просто я не понимаю. Он почти собрался! Так, вот он как-то туда. Так, он написал нет. Ну ладно, будем искать. Короче, ребят, мы на этом режиме просто, я не знаю уже. Мы тогда тоже записывали ролик, и мы не смогли найти. Мы даже потом уже отсоединились. Ребят, нужна ваша помощь. Где кнопочка, ребята, помогите. Ой, где кнопка, ребята, где кнопочка? Где кнопка? Так, ну это не кнопка. Ну где? Ищи, короче. Так. Будем искать, ребята. А, это вообще тут ужас, конечно. Мы тут с ним, с Кириллом вообще долго тогда искали. Так, если что, будем прыгать вот так. Тут это наш знак. Если найдем, то будем... Нормально залез. Молодец, но там ничего нету. А, так, ребята, может я что-то пропустил, конечно. Так, ну там нету. Хорошо, будем по порядку. Проблема с поиском кнопки, нам подсказка не нужна. Так, или тут, а, ну тут да, тут за робокс все. А у нас робоксов нету. У нас мы бедные, мы без робоксов. Может тут есть что-то. А, вот тут я не знаю. Так, вот тут мы, тут, помню, тоже лазили. Вот тут тоже лазили, помню. Опа. Вот Кирилл вообще настоящий паркурист, лазит везде. Так, я застрял. Так, ладно. Лезем, лезем, лезем. Где же эта кнопка? Короче, ребята, кнопочка, я не знаю где. Так, ну где кнопка-то? Подождите-ка. Может тут где-то под стульчиками каким-нибудь. Так, ой, как забрался. А, прикольно, так можно. А посидеть тут можно? Тут есть режим сидения? Нету. Так, тут нету, ребята. Так, будем смотреть. Вот где же кнопку могли спрятать? Вот ее, по идее, должны куда-то вот спрятать. Так, будем искать, короче. Все, будем искать вот прям так. Тут я ничего не вижу. Так, тут у нас ничего нету. Опа, мы что-то зависли. Подождите-ка, так. Ой, заберись, пожалуйста. Ай. Так, ладно. Так, ну тут, по идее, тоже нету. Я, возможно, вообще не вижу сейчас много чего. Но, ребята, тут, конечно, проблемы тут у нас большие возникают. Да. Вот Кирилл каким-то образом на крыше залезает. Я не понимаю просто, как он залезает на крыше. Кирилл, я хочу к тебе. А, подождите-ка, может я увижу отсюда? Оп. Подожди-ка. Где кнопка? Не знаю. Не знаю.
можно вот такое вот тут личко написать, ребята. Не знаю. Вот как вы думаете, где кнопка? Я ее не вижу. Может, ну я не слепой, конечно, я ее не вижу. Вот где могла спрятаться кнопка? Вот кто поместил кнопку? Я просто уже не знаю, у меня мыслей столько нету. По идее, она такая должна быть коричневая. Help пишет. А, подожди-ка, это Джасон вот это тут. А, ну, я думала, он русский, ладно, я хотела ему помочь. Так, тут, по идее, она должна быть кнопка такая, такая коричневая, по идее, она на полу должна быть. Вот тут только не знаю, где, help. Так, СССР у нас тут, подождите-ка, так, это тоже у нас, так, ну и где кнопка? А, может быть, а, нет, это не наш уже. Нашел, где? Где нашел, ребята? Где кнопка, ребята? Вот где Кирилл нашел? А, ребята, вот она кнопочка, все сверху, ребята, просто Кирилл зоркий глаз, молодец Кирилл, так, а сверху, молодец, так, будут у нас сейчас усложнения, так. Ладно, я с этой буду стороны пока что искать. Но мне кажется, Кирилл в правильном направлении пошел. Я думаю, она правильно где-то там. Вот видите, ребят, я... Так. Так, ладно. Будем искать. Будем смотреть. Ладно. Ой, так, кто-то написал. Нашел. Вот Кирилл, вот, ну, так и знал. Сейчас, подожди-ка. А, вот она, да, я тоже вижу. Побежали. Опа. Так. Если что, будем так прыгать, Кирилл. Иди сюда, так. Мне кажется, Кирилл читер вообще ходит везде, где кнопки. Нету тут кнопок, видите? Тут нет нигде. Так, мне кажется, она может быть как бы в рельсах, как бы. То есть она может сливаться с рельсами. Вот, да, может быть. Так, я пока что ее что-то не вижу. Может, вы уже заметили. Если вы заметили, у вас очень зоркий глаз. Значит, вы хорошо очень видите. Ну, ладно, ребята, тоже, если не нашли, я не говорю, что вы плохо видите. Но, так, просто кто-то прям вообще видит издалека. Так, там, сервер там что-то пишет. Будем искать кнопку дальше. Так, тут нету, по идее. Она может прям так сливаться. Так, Кирилл, ты где? А куда он пошел-то? Ты где? А где Кирилл-то? Вовлыл. Чего? Что ты пишешь-то? Ты где? А ты где? Подождите-ка, он куда пошел? Так. Тут тоже не вижу что-то. Может, она на доме где-то. Так, напишу сейчас. Короче, мы с Кириллом куда-то перелезли, что ли. Это прикольно, мы тут перелезли. Конечно, да. Куда это мы вообще попали, ребята? Это вообще. Да. Ну тут, конечно, вообще тут что-то за карту вы. А как я выберусь? Помогите. А, все. Так, мы смотрите. А мы через карту, ребят, перешли. Посмотрите, какой проблема с поиском кнопки. Да по идее, мы карту-то перешли. Прикиньте, ребят, мы просто обманули систему. Мы просто обманули. А, не обманули. Прикол. Да. Согласен. Так, подождите-ка. Так, мне бы главное сейчас допрыгнуть. Опа. Ой, нас все, нас сжали. Короче, надо идти обратно. Обратно. Короче, нам надо идти обратно, потому что мы так тогда не попадем просто в следующий раз. Мы не попадем тогда сюда. Так, да как же сюда забраться? Или не сюда мы забирались? Пойдем сюда. Так, пойдем сюда-ка. Сюда пойдем. Вот, и мы тут забирались. Ой, не тут. Пойдем сюда. Так. Мы идем. А, вот тут мы сейчас перелезем. Все, я уже думала, я не перелезу. Так, ребят, нам надо искать кнопочку уже побыстрее. А то мы что-то найти ничего не можем пока что. Вот. Так, ну тут, по идее, вот нету. Я вот тут не вижу. Так,
Получается, кнопка вот тут где-то должна быть. Может, она под стулом где-то. Мне кажется, вот она вот тут, ребята, где-то. Вот тут, вот тут, в этих местах примерно. Ну так, примерно я не говорю точно, что тут. Вот где-то в этих местах примерно. Так, вот, конечно, с поисками у меня, ребят, проблемы жуткие. Это, конечно, ужас тут искать так. Я все, мы сдаемся, мне кажется. Мы не сможем найти. Она где-то висит, я думаю. Она так и висит, так ржет над нами. Так, подождите-ка. О, ребята, Ваня присоединился. О, привет. О, привет. Мы с Кириллом. Мы с Кириллом. Напишем. Короче, тут еще Ваня присоединился. Потому что мы в привате, нас видно, как дела. Норм. Норм. Кнопку найти не можем. Кнопку найти не можем. Так, кому? Что кому? Что кому? Так, ладно. Будем искать. Где кнопка? Все, у меня, ребят, вывод. Я немножко, наверное, погнали в радужных друзей. Не могу. Снимаю. Ладно, так, не обращайте внимания. Вот где кнопка может быть? Вот где? У меня просто сейчас разрыв реакции будет. Не понял, в смысле, что? Это Ваня. Кирилл в удивлении стоит. Ваня. Ладно. Так, а нам надо кнопку найти-то. Мы учимся вместе. О! Просто смотрите. Я вот не могу найти. Просто у меня с поисками все плохо. Ладно, я пошел в другую карту. Найдешь меня. Ок, ладно. Так, ладно. Прохладно. Вот я не могу найти. Вот чувствую где-то в рельсах, ребят. Если вы нашли, вы молодцы, конечно. Ладно, включу, наверное, камеру, когда найдем. Короче, ребята, вот она, кнопочка. Вообще, она в рельсах была. Я вот так и знал. Вот кнопка противная, проклятая кнопочка. Ладно, будем искать. Кирилл вообще нашел вообще. Я думал, я его лучше вижу. Ладно, так, Кирилл пошел опять искать куда-то. Короче, я на балкончик залезу сейчас. Мне кажется, она на балкончике, кнопочка. Так, не вижу. Ничего не обнаружено. Так, а может она вообще на крыше? Так, на крыше тоже нету, да, вроде нету. Да. Так, ну ладно, и на доме тоже нету. Тогда спрыгиваем. Так, будем дальше искать. Вот. Кирилл опять нашел, да? Кирилл опять нашел, крыса. Ладно. Кирилл опять нашел. Так. Вот я понял, она прячется где-то в таких... О! Вот. Все, мы нашли. Это я нашел первый. Я прям даже своими глазами увидел. Так. Ну, ребят, уже полегче, уже чуть-чуть полегче. Вот. Где вот? Вот. Где вот-то? Где вот-то? Где? А, обманул? Ну ладно, обманул. Или она на лампе как бы висит. А, подождите-ка, может она... А, я понял! На лампе. Короче, она на лампе, на фонаре. Оп! Ребят, я телепортировался. Так, ну Кирилл нашел. Так, может сразу уже к поискам начну новые кнопочки. Ёлки, уже локация становится больше. Это вообще ужас. Так, если что, я буду прыгать просто изо всех сил. Так, вот где? Так, кнопочка, иди сюда, я тебя найду. Так, нету тут, подождите-ка, тут нет вроде. Так. Так, Кирилл там куда-то ходит. Ну, не, в таких местах она не должна быть, ребят. По идее, она в таких местах не должна быть. Где-то, может, она вот тут, что ли. Так, ищем. Ищем. Оттуда нельзя, да, туда нельзя. Так, подожди-ка, может, опять... Ну, да, опять на фонаре, это нелогично.
Может, на кактусе может такой быть. Так. Тут есть вот так, тут там. Ой, сверху, ребят, еще есть локация. Там сверху есть еще кое-что. А как нам попасть-то? А как нам попасть наверх-то? А, ребят, смотрите, как я могу. Я просто застрял вот тут. Посмотрите. Так, ну тут нету, да? Кнопки-то тут нету, надеюсь. Просто если она тут есть, все, это полный, так сказать. Капец тогда. Все, тогда мы не найдем. Так, может, он нашел ее? Нашел ее? Нет, не нашел. Тогда бы написал. Вот, ребят, уже сейчас реально уже тут вот этот уровень какой-то сложный. Либо мы какие-то тупые, не можем догадаться. Так, тут вот сидят вот эти вот. Сидят эти челики нашим пациентам. Что-то тут делают. Так. Может, под столами где-то. Может быть, может быть. Так. Ну, так, тут. Кирилл повис. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не могу запрыгнуть. Ну, ладно. Короче, как-то мы забрались на второй этаж через кактус. И вот не просто так, возможно, этот второй этаж сделан. А, тут стена еще. Поэтому, возможно, ребят, кнопочка вот тут, на втором этаже. Если вы знаете, то молодцы уже, конечно. Режим вот так называется, Дикий Запад. То есть, а так игра называется «Найди кнопку». Почему, когда я написала на русском, она как бы не видна. То есть, мир мне не выдался. Так, подожди-ка. Блин, а что такое? А что, блин-то? Что? Что? Так, ладно. Блин, а где блины? Я хочу блины, я очень... Так, ребят, я не вижу что-то так. Где Кирилл, вообще не знаю. Кирилл, ты куда спрыгнул? А, он спрыгнул. Так, тут нет. Ребят, это сложный уровень, согласитесь. Давайте хотя бы надо вот пройти и все. И тогда я закончу уже запись. Давайте так, мы найдем за... Вот так, сейчас на камере, просто я тут монтаж еще буду делать. У меня на камере пока что вот 23 минуты с вот этой склейки. То получается где-то вот нам еще 3 минутки, если мы не находим за 3 минуты, то мы, то нам дизлайк. Ну, может, мне не ставить обязательно видео под дизлайк, просто нам дизреспект. Так, будем и тут искать. Я готов. Нету кнопочки. Кирилл, ищи быстрее, а то нам зрители дизреспект поставят. Так. О, смотрите, тут что-то есть. Прикольно. Подождите-ка. О, я могу забираться, кстати. Прикольно. Но тут ничего нет, да? Походу. Походу, да. Походу, это очень плохо, что мы сюда забраться не можем. Может, где-то на потолке висит, я не знаю, там уже. Я просто все смотрю. Так, смотри. Что? Ну, смотрю я. Опять, что ли, в рельсах поди? А, прикиньте, опять в рельсах. Ну, по идее, не знаю, ну. Ну, дырка. Где дырка? Где дырка? Где дырка-то? Это что ли? Так, ну ладно. Пусть Кирилл со своей дырочкой тут будет. Ребят, я еще на колоннах так особо не смотрел. Ребята, нашел. Кирилл, короче, ребята, вот она кнопочка. Нашел. Вот. Нашел. Иди. Нашел. Ну, ты что, не видишь, что ли? Иди сюда. Ты мне ролик задерживаешь. Ну вот, смотри. Да блин. Кирилл. Я нашел. Вот она. Так, Кирилл отправился уже. Вот, все. Из-за тебя, Кирилл, все. О, СПСС. О, нашел. Хе, ребят, я нашел. Вот она. Оп. Так.
А теперь уже посложнее, ребятки. Я попробую найти. Кросс, красава. Так. У меня просто радость, то, что я нашел кнопку два раза подряд. Так, ладно. А, тут еще... А, нет, эта локация для нас недоступна, к сожалению. Так, может, тут есть где-то. Так, по идее, ребята, она должна быть вот тут, вот тут. Я просто думаю, что она где-то вот в камнях, в ящиках каких-то. Хотя, вон, смотрите, куда-то Кирилл там пошел. А, нет, там, по идее, в таких уж прям местах там нету. Они же все равно тут. Так, ладно. Будем приступать с нахождением кнопочки. Следующий уровень такой был быстренький прям. Так, будем искать сейчас. Вот где-то, вот с тележкой, я думаю, что тут связано. Но я не вижу пока что. Так. Так, тут тоже нету. Ну ладно, мы все-таки нам не дизреспект, потому что я нашел кнопку. И хорошо, что я колонны начал проверять. Так, ребята. Нашел. На, вот. А, блин, это следующее, ребята. Это следующее. Короче, если это следующее, то значит можно уже со следующей посмотреть реально. Значит, следующее. Видите, ребят? Ну, зато я нашел следующую кнопку. Не придется искать потом. Так, ладно. Но это уже как-то реально что-то читерство какое-то. Ну, я случайно увидел. Я подумал, что это наша кнопка. Так, а где же тогда? Так, я дальше не могу идти. Это следующее. Так. Ну, Кирилл, ну где? Ищи давай. Почему я всегда должен искать? Ты вообще, что ли, не ищешь? Хотя он тоже находил. Так, ну тут, кстати, очень вот маленькая... Вот это, по идее, тут маленькая локация. И, по идее, где-то вот должна быть кнопка. Где-то должна быть кнопка. Ну, в следующем уровне мы уже, по идее, должны понять. Сейчас главное найти вот эту вот, вот кнопочку. Сейчас главное найти уже кнопочку. Кнопка, ну иди, ищись, кнопка. Ищись. Можешь сама нам сказать где-то? Ладно, она нам не скажет. Так, а, я опять подумал, что это наша кнопка. Что вот кнопка эта вот, она там висит. Так, может где-то в пальме? Ребята, может где-то в пальме? Да, так, ну не забраться туда. Так, Кирилл там что-то делает. Так, ну на пальму я забраться не могу, значит и кнопки там и нету. Так, не нажми все режимы и выбирай приключения. О, а, что-то такое там. Так, ладно. Вот чувствую где-то тут. Так вот. И кажется, что тут, ну не пойму где. Вот где эта кнопка? Такая вот маленькая кнопка, которую мы найти не можем. Так. А если хочешь продолжение, то ставь лайк и смотри мои следующие ролики. Мы снимем продолжение под названием Роблоксе найти кнопку. Всем пока-пока. И обязательно посмотрите мои предыдущие ролики.